Владимирский колхоз «Большевик». Здесь механизатором работает Виктор Арбузов. Он один, пожалуй, теперь знает, как лесом-болотом пройти к Арбузовскому лугу. Вот такая петрушка, Саша, складывается. С отцом мы в свое время косили, значит, накашивали сено, были стога. Здесь шалаш был, здесь колодец выкопан. Накашивали, сена хватало всем, и колхозу хватало, и для своей буренки. Все хватало, и на продажу хватало. А сейчас вот посмотри, сам полюбуйся, видишь, что получается. Вон, все заросло, все заросло. Никто не ухаживает. Все время мы косили его, вырубали кусты. А теперь никому не надо. Все, лук заброшен. Вот такая петрушка. А как с личным скотом в богатом колхозе? Так, у нас сейчас с коровами плохо. Стало мало коров в колхозе, у колхозников. Молодежь держать не хочет. Старикам уже не под силу ни накосить, ни прокормить. Колхоз предлагает по дешевым ценам колхозникам коров. Но покупают очень мало. Купили 5 штук в этом году. И дальше несуразица. Заготовка веточного корма. Шефы из города вяжут веники. Не париться, скот питать. Куда бы ни шло для романовской овцы. А то ведь и коровам. А лесное разнотравье сохнет не кошеным. Некому с косой. Топоры пошли в дело. Тоже неумный урок молодежи. На лесные поляны ползет чернолесье. 2-3 лета не выкосил, поминай, как звали.